сейчас исправит Клюшка, Бенди и Кузбасс. Только победа, только вперед. Победы? Главное. Командир, одна победа, я знаю, что мы выиграем. Финал попадем, он вообще в финале всех разорвем. Только победы. Хорошей игры, всего самого лучшего. Чтобы выиграли и прошли в финал. Кузбасс победит, конечно. Кубок наш и все. И без вопросов. Он наш и только наш. И ничей больше никому не отдадим. Сражаясь за Родину, погиб один из самых преданных фанатов хоккейного клуба «Кузбасс» Александр Плетикоса Левковец. Хоккейный клуб «Кузбасс» выражает соболезнования родным и близким Александра и всему фанатскому сообществу «Кузбасса». Почтим память минуты молчания. Ну, сейчас мы начинаем кубок с участием сильнейших властей команд страны.